Добро пожаловать, дорогие друзья, на мой канал. С вами Борода и Assassin's Creed Восстание. Друзья, сегодня ролик будет небольшим, но я на этот ролик решился так долго, вы даже не можете себе представить. Я хочу купить 10 кубов ДНК. Да-да, ребят, вы не ослышались. 10 кубов ДНК за 1800 единиц. Вы только представьте, это настолько жестко. Но я надеюсь, я и вы будем действительно этому рады и не будем жалеть о том, что сделали. Ну что, давайте посмотрим, что мы сможем получить за 1800 единиц ДНКшечек. Открываем, друзья! Фу, возможность выбора выпадения ассасиновских элементов. Ребят, вы только посмотрите! Вы посмотрите, сколько доступно ассасинов в игре. И тот, которого хочу получить я, это, конечно же, Гаспар. Гаспар Доноса, я не знаю, я в восторге от него, он очень круто выглядит. И мне очень сильно хочется, чтобы он мне выпал. Да, он обычный, он слабенький, но он так крут, боже мой. Ну что, приступим, друзья. Открываем. Списывают с меня 1800 единиц. Первый куб, поехали. Так, у нас Тарик... У нас Джерлома Далука, так, Тарик, Алонсо Пинта и Джерлома. Так, ну Джерлома это самый редкий пока что, идем дальше. Пам-пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам. Так, Барталес Ортис, эпический боец, отлично. Так, 5 штучек, хорошо, 5 из 20, ребят, у нас есть все шансы, чтобы его собрать, понимаете, если нам повезет. Идем дальше. Пам-пам-пам-пам-пам, па-па-па-па-па-пам. Так, Роза Гальего, тоже 5 только. Блин, так мало, но так мало осталось. Вот он, Гаспара, Так, Доминго, 4 единицы, легендарные, ребятки, легендарные, слышите? Офигеть, и наконец-то мне упал Гаспарыч. Хорошо, поехали дальше. Пам-пам-пам-пам-пам, новый ассасин открывается прямо сейчас на ваших глазах. Так, это обычный ассасин Алонсо Пинта. Хорошо. Так, новый ассасин открывается прямо сейчас на ваших глазах. Это Изабель Ламеллин, тоже обычный. Хорошо, идем дальше. И мне попадается еще 5 ДНК Розы Гальего. Отлично, ребят, уже 10. Уже 10 единиц ДНК именно Розы. Так, идем дальше. А, Лучано Кавацца, первые 5 ДНК, эпический. Идем. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Так, это Эцио Аудиторе. 4 единицы за легендарного. Хорошо. Сколько осталось? Блин, я не считал, сколько осталось еще. А, Шао Цзюнь. Хорошо, тоже легендарный. Блин, много упало легендарных-то. Так, еще легендарный. Но они все разные. Алло. Так, Открыли. Ребятки, мы открыли Гаспара. О, да. Хорошо, специалист лечения. Так, идем дальше. Тереза и Шакир Аль-Захир. Эпический. Ну, тоже новый. Так, и новый ассасин. Открывается прямо сейчас на ваших глазах. Касим Аль-Дани. Это редкий боец, ребят. Это необычный. У меня, по-моему, нету еще ни одного редкого бойца. Хорошо. Так, что-то новенькое пошло. Так, и все. Нет. О май гад. Все, ребятки, закончились кубы. Вот. Это обидно, боже, как же быстро и как же дорого. Так, давайте посмотрим на ассасинов, которых мы получили. Так, я могу улучшать, вижу. Мы получили сегодня кого? Мы получили Изабель, мы получили Алонса, Гаспарыча и Касима. 4, да? Правильно же? Да, мы получили 4 героев. За 10 кубов, получается. И плюс к этому мы получили очень много различных ДНК. Мы получили 10 единиц ДНК Розы. И она у меня, я думаю, откроется быстрее всех. Поэтому нужно насобирать ДНК и еще 10 кубов открыть. Если вы хотите, чтобы я открывал больше кубов, если вы хотите больше именно таких роликов по Ассасину, обязательно напишите об этом в комментариях. Мне будет приятно их почитать. Ну а на этом все. Всем спасибо. До скорых встреч. Пока-пока.